нравится моя женщина. Хватит сидеть в компе. Привет! Хай! Сегодня мы с Мими будем распечатывать ссылочку с Алиэкспресс. Очень воняет. Это комбинезончик. Я очень хотела себе комбинезончик. Тут и заклепки. Придется как-то разобраться и самим тут что-то сшить, вшить и прошить. Допустим. Я не ту штуку вставила. Надо было другую вставлять. Это было очень сложно, но мы справились. А теперь вторую. В общем, если решили заказывать комбинезон с Алиэкспресс, будьте готовы к такому. Ладно, я пойду уже это примерю, и мы начнем наше видео уже. Сегодня будет очень интересное видео, сами все увидите. Все, до встречи. Хорошо, мне подошло. Вот здесь придется прорезать дырочки, потому что их тут нету. Сейчас мы быстренько прорежем и покажем полностью красоту. У нас появился новый друг, миньончик. Напишите в комментариях, если тоже копите на миньонов, и каких миньонов выбрали вы. Мне очень интересно, напишите обязательно. Если хотите заказать такой комбинезончик, ссылочка будет в описании. Обратите внимание, что он приходит в раздельном виде, его надо самому сшить. И сегодня Хаски смотрит прикольные видео с Хаски. Я, конечно же, сняла, как она отдельно от меня смотрит. Что это за дичь? А? Максим? Не, со мной такие фокусы не прокатывают. Я не смотрю. Что за... смотреть, отстань. Соберите у нее кто-нибудь камеру. Очень сложно привлечь ее внимание хотя бы на секунду, поэтому мы решили все-таки снять это видео вместе. Но у нас, конечно же, ничего не получилось. Но надеюсь, вам понравится. Обязательно досмотрите до конца. В конце всегда плюшки, не забывайте. Я хочу такую снять. А я не хочу. Просто издевательство над собакой.
Кюрюсла. Нет? Ну ладно, ты милаха. Так-то лучше. Это что за бабыня? О, а вот это ничего так. Time to go. Come on. Time to go. Мать моя женщина. Приличные собаки так не делают. О нет, я же просила удалить это видео. Вы серьезно думаете, что это смешно? По-моему, пора лолить. Мимин, пожалуйста. Вот и все. Просмотр окончен. Мимин, ну вернись. Мы решили, что хватит пялиться в компьютер и немножко погулять. И вы тоже, хватит сидеть в компе. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Какой миньончик у вас, не забудьте написать. И ждите, очень скоро мукбанц горошка скоро вырастет. Хочешь получить привет от меня? Мы очень ценим наших подписчиков и хотим хоть чем-то вас радовать. Напиши в комментариях к этому видео то, что хочешь услышать, и в следующем видео я обязательно передам приветы всем нашим любимым подписчикам и их хвостатым друзьям. А если хочется проводить привет фоточкой своего питомца, то выкладываю ее в специальный альбом в нашей группе ВКонтакте. Нет, жрать не надо. Пошли на примерку. Увидимся через 5 секунд. Мы смотрим видео. Меня загораживает. Ну что, домой?